Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! В данном видео мы расскажем вам, как успешно пополнить торговый счет в компании Amarkets с использованием банковской карты через процессинг Mercurio. Итак, в первую очередь необходимо зайти в личный кабинет трейдера и выбрать раздел «Ввод вывод» – «Пополнить счет». На открывшейся странице в первой строке выберите ваш торговый счет. Далее выберите способ пополнения, в данном случае нужно выбрать Visa MasterCard BTC. В нижнем поле укажите сумму пополнения торгового счета в американских долларах. Обращаем внимание, что в самом низу страницы для вас доступна инструкция, в которой также будут описаны шаги проведения процедуры пополнения счета через данный процессинг. Когда вся информация указана, нажмите кнопку «Пополнить». На новой странице вы увидите указанную вами сумму зачисления и адрес биткоин-кошелька. Здесь нужно скопировать строку с адресом, либо выделив адрес курсором мыши, либо просто нажать значок «Копировать». Теперь нажмите кнопку «Перейти в Mercurio». На странице процессинга Mercurio повторно напишите сумму пополнения, она должна быть ровно такой же, как вы указали ранее в личном кабинете Amarkets. Выберите валюту USD, а во второй строке нужно вставить биткоин-кошелек, который вы скопировали на предыдущей странице. Теперь нужно поставить отметку о согласии с правилами сервиса и нажать кнопку «Купить». Далее следует простая автоматизированная процедура верификации. В первую очередь необходимо правильно указать ваш номер телефона и нажать кнопку «Отправить код». Практически моментально на этот номер будет отправлено короткое сообщение. Укажите код из сообщения на странице Mercurio. Аналогичным образом подтверждается адрес электронной почты. На указанную вами почту придет письмо, содержащее код. Скопируйте код из письма и вставьте на странице верификации в Mercurio. Теперь нужно указать ваши личные данные. Обращая внимание, что данные нужно вводить именно так, как они указаны в вашем документе, удостоверяющем личность. Имя, фамилия и дата вашего рождения. Нажмите кнопку «Отправить». Теперь нужно заполнить данные о способе оплаты. Нажмите кнопку «Новая карта» и укажите номер вашей карты, срок действия, секретный трехзначный CVV-код и ваше имя и фамилию именно так, как они указаны на карте. Напомним, что пополнение торгового счета с карт третьих лиц не допускается. Когда вся информация указана, нажмите кнопку с суммой пополнения. Вы будете перенаправлены на страницу подтверждения платежа. Обращаем внимание, что данный код приходит со стороны вашего банка по SMS на телефонный номер, к которому привязана ваша карта, и служит подтверждением проведения оплаты. В случае, если код был введен неправильно, банк может позволить указать код повторно, в противном случае операцию по зачислению средств придется пройти заново. Если код введен правильно, перед вами откроется страница подтверждения личности. Укажите страну вашего резидентства и выберите тип документа для прохождения верификации. В данном примере верификация проходит по паспорту. Нажмите кнопку «Загрузить документ» и укажите путь до файла с изображением на вашем компьютере. Далее нажмите кнопку «Следующий шаг». На данном этапе вам необходимо нажать кнопку «Начать», после чего на компьютере включится веб-камера для создания снимка лица. Просто следуйте инструкциям. Если все этапы успешно пройдены, вам останется только дождаться подтверждения личности и завершения обработки транзакции. Обычно на это уходит всего несколько минут. После чего средства будут успешно зачислены на ваш торговый счет. Итак, уважаемые трейдеры, из данного видео вы узнали, как зачислить средства на ваш торговый счет с помощью банковской карты через процессинг Mercurio. Спасибо за внимание. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня.